У многих мандарины ассоциируются зимой и празднованием Нового года. Обычай дарить эти фрукты на праздник появился в Китае. По традиции, отправляясь в гости, нужно было обязательно вместе с другими подарками преподнести хозяевам два мандарина. Такой же подарок получал от хозяев перед уходом и сам гость. Для китайцев мандарины – символ финансового благополучия, богатства, успеха, любви, счастья и долголетия. А словосочетание «пара мандаринов» на китайском языке созвучно слову «золото». Наш телеканал «Универ ТВ» провел розыгрыш 5 килограммов мандаринов. Мы отработали модель с розыгрышем кофе в том месяце, то есть кофе тайм, нам реально предоставили огромное просто количество кофе, если не ошибаюсь, там было 5 литров, несколько сертификатов, и мы решили в честь Нового года разыграть 5 килограмм мандаринов. Почему у нас в этом году все с пятеркой? Потому что телеканал исполняется все-таки 5 лет, исполнилось вернее уже, и поэтому решили в этом году все розыгрыши делать с цифрой 5. Обладательницей сладкого и яркого приза стала выпускница Казанского федерального университета Рената Шакирова. Это очень неожиданно, и, в общем, у меня была такая ставка, типа, если я выиграю мандарины, то приедут мои гости. Я думала, такие розыгрыши устраивают только большие, там, группы и все такое, а тут универ, и я такая, прикольно, думаю, надо репостнуть. Тут побольше шанс, все-таки родная земля, там все дела. Наш телеканал поздравляет всех телезрителей с наступающим новым 2018 годом и желает вам всего самого наилучшего. Пусть грядущий год принесет вам много положительных эмоций. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.